Сегодня днем в Молдове также прошел масштабный протест. На него собрались более 2000 человек. Какие требования протестующих? Какова сейчас обстановка в Кишиневе? Обо всем этом расскажет наш корреспондент Лариса Зубенко. Она с нами на прямой связи. Приветствуем тебя, Лариса. Пожалуйста, расскажи нам, что ты видела сегодня в столице Молдовы. Насколько серьезны эти протесты и чего ждать от ситуации? Коллеги, добрый вечер. Да, сегодня в центре Кишинева состоялся очередной достаточно масштабный митинг. Стартовал протест в час дня и по киевскому, и по кишиневскому времени. Протестующие собрались около здания местного парламента, выдвинулись, прошли буквально один квартал. Дальше их встретил кордон полиции, который не позволил митингу распространиться на улице Кишинева. Протестующие скандировали слова «Долой Майю Санду», это, напомню, президент Республики Молдова, и «Долой диктатуру». Ну, ни для кого не секрет, что эти митинги еще с середины лета прошлого года собирают пророссийская партия ШОР, как утверждают местные активисты, представители этой партии буквально собирают людей из близлежащих к Кишиневу сел и привозят их на автобусах в столицу для того, чтобы создать видимость оппозиционных движений в стране. Давайте послушаем мнение активистов. Координируют митинги некая общественная организация «За Молдову», которая была создана, понятно, теми же лицами, которые возглавляют партию ШОР. Более того, вот сегодня, допустим, на 12 марта, понятно, теми же лицами, которые возглавляют партию ШОР. Более того, вот сегодня, допустим, на 12 марта, буквально с утра, наша полиция, шеф полиции Верил Черноусян заявил о том, что в Кишиневе была разоблачена группа людей, 25 человек, под руководством двух граждан Российской Федерации, двух представителей спецслужб, которые планировали проведение массовых беспорядков, то есть организация массовых беспорядков, для того, чтобы попытаться насильственным путем сменить проевропейскую власть. Все прекрасно понимают, что, ну, есть два варианта, да, есть Запад, есть Восток. Если митинг выходит против проевропейской власти, то, соответственно, понятно, кто за этим стоит. Официальные требования митингующих – снизить цены на коммунальные услуги в стране. Наша съемочная группа пыталась пообщаться с протестующими, однако часть из них не хотели говорить на камеру почему-то, ну а часть даже не знали, в чем состоит цель митинга. Давайте послушаем их. Как Майю сам? Почему? Она ничего не сделала для Майю. Еще слышала про тарифы, какие-то требования есть? Да. Какие? А я что знаю. Добрый день. Нет, а Стой, Тулин. Эй! Пришла, потому что надо. Ну, приверженцы проевропейского курса Молдовы говорят о том, что эти митинги – это очередная попытка Кремля дестабилизировать ситуацию в стране, которая ранее входила в состав Советского Союза, и что на самом деле молдавское общество в своем большинстве не поддерживает пророссийские настроения, ну и пророссийские митинги. Молодежь Молдовы за вступление страны в НАТО и в ЕС, потому что они понимают, что это единственная защита от пагубного влияния Москвы. Давайте послушаем эксперта. Эти митинги имеют только одну цель – дестабилизировать Республику Молдову и таким образом создать еще одну точку в этом регионе, потому что мы должны понимать, что регион – это означает в первую очередь Украина, Молдова и Джорджия или Грузия. И таким образом они стараются с 90-го года или с 91-го, вернее, чтобы эта зона или регион остался полным под контролем Москвы. Уже вышло новое поколение в Молдове. И то, что мы здесь видим, это масса людей, которые это из той части Homo Sovieticus, который, он, к сожалению, полон ностальгией по диктатуре, по крепкой руке, по России.
Действительно, не все жители Кишинева согласны с этими пророссийскими настроениями. Мы сами в этом убедились. Некоторые из них вышли на антимитинг и обвиняли в протестующих в том, что те работают всего лишь за деньги. Давайте послушаем. Эти люди купленные. Какие люди? Которые насобирали здесь против нашей демократии. Это люди, купленные большими ворами, как Таубер, Шор, Додон, Платон, Гашкевич. Они украли миллиарды, отвезли Путину, и теперь понемножку Путин посылает им. Они их грузят на автобусах, платят по 500 лей и гуляют. Я хотел узнать, откуда кто. Слава Украине! Слава Украине! Героям слава! Русский фашизм будет побежден! Действительно, очень приятно слышать, когда люди говорят «Слава Украине» здесь, в сердце Кишинева. Ну, тем временем эксперты говорят о том, что пророссийским силам не удастся расшатать ситуацию в середине Молдовы. Страна уже взяла курс на Европу, по примеру Украины, и не собирается от этого отказываться. Ну, а за дальнейшими событиями здесь, в Молдове, в Кишиневе, будет следить наша съемочная группа. Обо всем будем вам рассказывать в наших эфирах и в наших социальных сетях. Коллеги, у меня на этом все. Передаю слово вам. С нами на прямой связи из Кишинева была наш корреспондент Лариса Зубенко. Мы тебя благодарим.